Терсон! Красота! Пауза и бросок с Кисея 4-1. И третья шайба в большинстве для армейцев. Вот в предыдущем эпизоде эта шайба отличная демонстрация того, как создали численное преимущество на синей линии армейцы. И его использовали, вывели Персона на бросок. Сколько времени было у нападающего, да, так скажем, вагонная маленькая тележка. Есть возможность прицелиться на